think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребята, еще раз. Решил я не останавливаться, мне интересно все-таки дальше посмотреть на героя, пока он не вышел там еще на русском, на английском сервере. Здесь есть немножко ресурсов, я немножко побегал дальше по подземочкам. Хочу сейчас потестировать его еще для ЗБ, то есть забытая битва, плюс ну, подземки посмотреть, как дальше будет. В общем, бьет он реально по всей карте. Как видите, я его немножко уже подкачал. Нету тут прокачанных хранилищ золота, маны. Это чисто такой обычный аккаунт. Он на нем, насколько я понял, не играет особо. Поэтому тут прокачать просвет, там, знаете, что-то сделать не получится. Но вот то, что вы видите сейчас, то, что герой делает, да, уже кукуруза. Это реально круто, я считаю. То есть он бьет по всей карте, мы ему качнули только скилл, и прокачал я восьмую ремочку. И посмотрите, им можно даже золото фармить свободно. На мелких левелах, блин, ну он реально крутой. Битва гильдии, вы просто где-то в сторонке зависаете, и все очень круто будет. При правильной прокачке, ну, выносить там 200, 300, 400к, там, конечно, если там нету зефиров, блокировок дофига, можно без проблем. Вот, то есть, мало таких героев, которые вот такое вот делают на мелких левелах. Неизвестно, конечно, какой он будет на максималке, но мы это скоро увидим. Но то, что я сейчас вижу, вот смотрите. Резнулся, побежал дальше. Хоть говорят, что шанс 66%, ну я не знаю, он вроде всегда резается. Это реально круто. То есть это еще дополнительный рез у нас. Это дополнительный еще герой. Добить здание без проблем. Единственное, что я говорил, ему надо включиться. То есть если вы будете его использовать на БГ, то надо, чтобы он сразу же был ремочный и включался. То есть это Асурик один в один. Такс. С этим разобрались. Давайте пока немножко у него апнем героев. Я не знаю, получится у нас сейчас, не получится набрать всего-то надо 9к, но я не знаю, с кого тут их набирать, хотя у него есть места, можно попробовать. В принципе, плюс 34 тут сейчас героев нормально подобавляется, плюс у него еще в алтаре там герои какие-то есть. Опа, 270, отлично. Ну, герой, не знаю, мне вот реально понравился. Вот с первого, такой, знаете, первый взгляд, герой реально достойный. Это не Матрона, которая там бьет по прямой просто, ну, от которой толку никакого не будет. Это действительно герой стоящий, который, как по мне, даст жару, и для бездоната он очень хорош будет. Понятно, у него нету иммунитета, это один из таких основных минусов, конечно, но это компенсируется его атакой, которая врубается, и просто потом его фиг остановишь. Так, давайте пооткрываем героев, которые у него тут дополнительные есть, которых он выролил сегодня. Ворожей, Ронин. Я что-то не помню, стрелок был в алтаре или нет. Я надеюсь, не было. Отлично. Я хочу еще сейчас посмотреть его. Сейчас мы 9000 апнем. Как будет себя герой показывать на волнах. Там он, в принципе, один раз включится, и дальше интересно, как он будет автопрокать. Как только они будут выходить или нет. Вот это вот интересный момент. Но то, что он бьет не только юнитов и всех подряд, это, конечно, тоже круто. Ну, здание, то есть тут
герой такой, скажем, интересный и универсальный получился. Так, еще немножко нам надо. Вот посмотрите, вот это кайф. Ты закинул его и все. Вот, кстати, сейчас посмотрим. У него еще собственный отхил. Вот это тоже круто. Все, золото зафармил. Зашел, выбросил, ушел. Под магией, я не знаю, можно свободно фармить. Реально, как Минотавр для бездоната. А, так, давайте тут сейчас улучшим. 995. Так, отлично. Есть у нас 9000. По идее, мы теперь должны попасть. Отлично. Так, ставим его одного. Сохранить. Ой, я не знаю, как тут. Мне интересно посмотреть именно сам процесс, как он будет активироваться. Он дальний, в принципе. Понятно, что его тут могут ушатать. Может, мы заодно увидим ограничения сейчас. Какие же все-таки ограничения? О, нет, тут его однозначно сейчас ушатают. Да, у него, скорее всего, встройка. Но смотрите, резнулся, включился. Фига себе. Не, он, конечно, хорош будет для этой локации. Давайте против этого попробуем. Понятно, мы против топов сейчас его не затестим. Но хотя бы посмотрим. Изи просто. Причем левелом выше сразу же всех. То есть ему однозначно ремка. И, блин, он реально крутой будет в этой локации. Единственное, что он, возможно, будет сливаться на отражалках и под молчанкой. Вот это вот. Два таких минуса, ну плюс можно, конечно, энергию забрать. Ну, с этим будем как-то бороться. Ну, я считаю, для бездоната это реально круто. Особенно ремочка в пачке вместе с землеройкой. Почему бы и нет? Так, давайте обновим. Ну, я против таких обычных пойду, потому что там, где эволюции, понятно, бедомага. Нет у нас вариантов. Так. Все, заблокировали, вот то, о чем я говорил. Блокировка от питомцев, либо от героев. И до свидания. И плюс смотр еще бьет. Это тоже не надо забывать. Блин, против кого такого протестировать? Ну, практически вынес. Но тут 140-е левела, извините меня. Он у нас 60-й, не прокачанный даже. Хорош. Мне он реально нравится. Но давайте против баратана, против второй пачки закинем. Посмотрим. Может, здесь будет поинтереснее. Ну, однозначно для этой локации он классный. Смотрите, что. Ну, круто смотрится. Ну, стан, видите, вот. Конечно, не уязы, не зря они не сделали ему не уязы, потому что если бы были не уязы, его пришлось бы, наверное, делать донатным. Но вот если бы их сделали, реально, такой донатный герой, конечно, был бы крутой. Вот это реально был бы классный герой, если бы сделали не уязы. Я не знаю, какой там будет... Ой, сори, ребят. Какой там будет следующий герой, но... Ну, точнее, донатный, который у нас вышел. Но это, конечно, было бы с неуязами просто пушка. А, так, у нас еще открылись руины. Давайте здесь посмотрим. Интересно здесь глянуть. Если у нас повезет его выпустить и подберет нам напарника еще. О-хо-хо. Зато я с новым героем. Так, отлично, вот он у нас.
Ух ты, его ушатали сразу же моментально. Все, короче. Ну, видите, мелкие левелы, тут ничего не сделаешь. Хорошо, кстати, что можно перезаходить и попытку не теряешь. С первого же раза. Может, повезет, кого-то мелкого встретим. Если нет, пойдем сейчас на волны. В общем, для ЗБшки однозначно да. Ладно, побежали, это будет долго. Для подземок, вот вам сейчас просто покажу, как он дальше фигачит. Я побегал так, попрокачивал немножко, но это реально пушка. Посмотрите, раз, два, три, четыре, пять, и все. 5 секунд, и подземки нет. Не знаю, как на максималках это будет выглядеть, но с уклонениями для бездоната, я думаю, теперь не проблема будет там кошмарки какие-то. Ну, конечно, надо будет уклоны, надо будет, понятно, то-то-то, но это не будет проблемой тоже, такого героя взять. Я не знаю, какой дамаг, конечно, будет, но я думаю, при правильной прокачке тут дамаг будет зашкаливать. Ну, придется, конечно, себя как-то обезопасит от рожалок. Ну а так это, конечно, пушка. Плюс он хилит себя. Вот это что тоже круто. Ну не знаю, это один из таких героев, которые мне реально понравились в обновлении. Нету иммунитетов, конечно, но, по, скажем так, по геймплею и универсальности, вот, что-то интересное. Нестандартное, скажем так. Ну, реально, блин, я не знаю, что теперь будет на битве гильдии. То есть на битве гильдии однозначно я буду его пробовать тестировать, собирать с уклонениями, просто чисто добить. Понятно, он будет ловить блочки и прочую хрень, но интересно будет посмотреть, как же он все-таки на максималке будет здание выносить. Если он будет здание выносить с тычки, это считайте, ну не считая героев, конечно, он и по героям может попасть, но пару героев, там, допустим, и добить здание таким героем реально очень круто будет. Ну, все зависит, конечно, от топа. Так, отхил. 20% от дамага. Ну, то есть он дамажит довольно-таки неплохо. Но вот это вот, что он делает здесь, это, конечно, божественно. Для подземок, если использовать, то, наверное, все-таки железку надо будет ставить. И на разгоне, вы прикиньте, как он на разгоне будет сразу же выносить здание. То есть там, по сути, 40 зданий может улететь, либо героев. Но здесь однозначно плюс. Сейчас пойдем с вами еще на волны тестанем. Вот такое, знаете. Ну, конечно, понятно, против топовых героев он тащить донатных против Зефиров и прочего не будет. Но для бездоната это подарок, я считаю. Знаете, это... Фарма, я даже не знаю, надо будет подумать, как назвать его, но это реально для золота, для маны, для бездоната у меня, чтобы такой герой появился, это вообще столько проблем решает именно по фарму, потому что фармить реально бывает такой влом, я думаю, у многих бездонатов так. Такс, с этим разобрались, поехали дальше. Дальше у нас, ребятушки, волны. Мне интересно посмотреть на волнах. Волна А. Мне интересно, как он будет дальше включаться. Видите, он не автопрокер получается. Он один раз включится и потом будет все время включаться или как? Да, блин, пушка. Реально пушка для волн. Реально это бомба. Ребята, я вам скажу так, здесь не надо никакая водушка, дамаг плюс от отражалок. Блин, ну... Подашку реально прокачали. Включился раз и все. Это реально круто. То есть подземки, вот то, что я вижу, на подземках топчик.
На фарме тоже круто смотрится на волнах. Реально круто. То есть, ну, хоть он и мелкий, и понятно, тут волны мелкие, но вот это вот показатель. Конечно, надо ему включиться, то есть к нему должны изначально подбежать, его в центр смысла, по сути, ставить тоже особо нет. Где-то сбоку, но включился, и он потом будет вам по всей карте херначить. По центру, конечно, самый оптимальный вариант, но ему надо включиться однозначно. Ну, посмотрите, накидывает и накидывает. Блин, круто. На битве гильдий, так как он не автопрокер, ставить его сбоку, ну, его сольют. Ставить его по центру, ему надо будет включиться. То есть только тогда он будет тащить. Если он не включится, он тащить не будет. Плюс, учитывайте то, что он забирает точность, ну, реально интересная тема. Ну, надо максимум уклона, чтобы он включился. Плюс подхилы, плюс защита. Ну, думаю, это реально. Сделать будет с уклонениями, и, возможно, и на битве гильдии он будет тоже хорош. Но отражалки, опять же, учитывать надо это. Плюс юнитами можно его забирать, но не знаю, надо пробовать, в общем, будет. Интересный герой, что-что я, честно говоря, не ожидал. Вот меня удивило две вещи. Это вот этот вот герой и то, что сделали созвездие за рекламу. Это тоже однозначно плюс. Ну а так, хилит себя еще, С пройдено. Отлично. Воодушки для него однозначно не надо, а Римка тоже, в принципе, только для включения сразу на PvP локации. А так, бомба. Ну, смотрите, ушатался, реснулся сразу же. Все, теперь он по идее... А, после реса, видите, после реса он не включен, ему надо обратно же включиться. Вот так вот, тоже такая, вот такой вот нюанс. Ну, хилит себя тоже классно от дамага нанесенного. Ну, интересно. Отражалок нету. Ой, говорю, отражалок иммунитетов. Это, конечно, минус. Дальник, наземный. Ну, в общем, пишите, что вы думаете по поводу героя. Ну, мне он реально нравится. Посмотрим, какой он будет на максималке. Но пока, действительно класс. Не знаю, что насчет второго героя, когда мы его увидим. Но попозже однозначно. Но этот реально достойный. Все, всем удачи, всем пока.